Приветище! Это бесконечный цилиндр и наш колобок пылесос. Хо! Мы вернулись в эволюционный мир, в мир непонятности, мир непредсказуемости и мир всякой неведомой фигни. Короче, в прошлой серии мы с тобой дошли до моря, где я случайным образом утопился и заглючился. Поэтому мы начинаем с тобой вот от этой штуки, от этой стеллы, которая тормозит цилиндр. Мы сейчас быстренько бежим с тобой, забираем шубу в зимнем биоме. Мы знаем, где ее найти. И ищем друганов. Вот, смотри, вот эту штуку мы сейчас сидим, эволюционируем в мохнатое колобковое существо. Да хватит дудеть, ешь ты эту мохнатую штуку. Давай. Расти, мох, расти, волосячий. О, четко, все. Теперь холод нам не страшен. Пойдем заберем другана. Интересно, имя у него в этот раз будет другое или нет, или как? Топ. О, вот это имя. С прошлой серии научился переключаться между своими чуваками. Смотри. Я переключаюсь в этого чувака. И все, я могу им бегать. Это очень круто. И... А, он, кстати, волосатый, смотри. Блин, а я ему фруктик схватил, чтобы передать. Ну ладно, побегаем вот этим волосатым чуваком. Сейчас выбьем ему яйцо. Дай мне яйцо. О, спасибо. Отлично. И вот это тоже яйцо возьмем. Съедаем и отращиваем себе крутые конечности. Труба нам не нужна на носопырке, потому что она есть у вот этого чувака. Идем дружиться с еще одним нашим коллегой. Вот здесь вот он дрыхнет. Кстати, удачно, что мы начали с этого момента. Сейчас. Мы знаем, как и что тут делать. Почему удачно, что мы начинаем именно отсюда? Дело в том, что я тогда фрукт один сбивал, который съела огромная большая жопка. Этого чувака зовут Грув Холо. Ну, нормально имя пойдет. Держи яйцо. Сейчас мы выдудим яйцо. Давай, выдуди. Оп, стоп. Яйцо, я смотрю, куда оно катится. Пойдем, заберем его. О, чудно. И съедаем. Ноги есть. Теперь нужна лохматость. Лохматость у нас есть у вот этого вот чувачка. Выплевывай ее. Ух. Какой комок шерсти. Как будто кошка сблюванула. У кого есть кошки, те поймут. Ну вот, все три моих колобка теперь шерстяные. И это очень хорошо. Пойдем заберем тот фруктик, который я хотел в прошлый раз съесть. Ух ты, смотри, какая здоровая фигулина. Вот они, кстати, эти фрукты. Вот этот фрукт я хочу съесть. Сейчас попробуем его достать. Вот эта здоровая фигулина мне очень нравится. А это что за хвост тут валяется? Что за хвост, я не понял. Кажется, мы можем по нему взобраться, слушай. Здорово, гигант. Что у тебя там за спиной? Ты яйцо какое-то таскаешь? Скипетр, прикинь, магический скипетр какой-то. Пацаны, давайте отдадим ему честь. Надо переключиться на другого. Вот у этого хобот есть. О, смотри, какой у него рот. Обалдеть, это у него рот внизу, а вверху просто голова? Жесть. Ладно, отдаем честь. Я трубанул, а он закрыл рот. Ладненько, давай попробуем засосать все-таки вот этот фруктик. Есть? Есть, я его достал. Сейчас мы его съедим. Что же этот фруктик нам даст? В кого я превращусь? О, я теперь как ежик игольчатый стал. Ну-ка пойдем вот к этому шарику подойдем. Прям вплотную. Он лопнет, нет? Не лопнет. Помнишь, мы хвост видели на той стороне? И теперь посмотри, что это за существо. Капец, оно здорово. И на башке у него какой-то кристалл торчит. А еще я хочу вот сюда залезть. Кажется, я нашел еще одного другана. Он тут в бриллиантах валяется. Чего? Поболтать с ним могу? А, принести ему бриллиантик нужно и сдать. Чтобы он поднялся. Он, наверное, болеет. Он, видишь, валяется, ему плохо. Можно как-то это... О, нифига себе. Я это все засосал. А, во-во-во, смотри, вот тут вот еще кристаллики валяются. Огромная куча. Все, я нужное количество кристалликов собрал. И я думаю, что нам этого достаточно. Пойдем будить нашего другана. Эй, друган, ты сейчас поднимешься. Нюхнешь кристальную пыльцу, и все будет пучком. Держи. И он проснулся. Гревелу его зовут. Что, у нас теперь 4. А, где еще один? Подожди, мы что, одного потеряли? А, во. Все, нас теперь 4. Круто. Фига себе, я уж мантыльнул.
Ну что, пойдем теперь попробуем залезть вот на этот хвост и поболтать вот этой вот штукой. Я так понял, что залазить мы на него будем через воду. Потому что по-другому никак. О, кстати, рыбка нам нужна. Обязательно нужна. Чтобы у нас на ногах перепонки появились, и мы плавали лучше. Рыбища, иди сюда. Иди сюда, ты мне нужна. Отлично, я ее поймал. Ну и все, теперь забираемся на хвост. Сейчас я трощу себе перепоночки. Давай, перепоночка моя, давай. Вырастай. Все. Мы теперь отлично плаваем. И продолжаем залазить по вот этому хвосту. Это что, кристаллики? Смотри, кристалликов сколько. Обалдеть. Засасываем все это. Колобок, пылесос в деле, как говорится. Поможем этому гигантскому существу. Что нас тут наверху будет ждать, интересно? Ну все, я почти ему на башку забрался, смотри. Я на его голове. О, прикольно. Забавно. Но вот это сияние меня больше интересует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как куда-то я упал, куда-то я упал. Этот чувак меня хочет сожрать, что ли? Фух, нет, нас не сожрали. Все отлично. Давай мы просто попытаемся водичкой полить ему глазики. Ребята, заливайте ему глаза. И все, короче, его заливают своими хоботками. Ладно, давай падать будем отсюда, наверное. Ребят, давай-ка мы сделаем вам все-таки хоботки. Ну что, ребят, оркестр у нас получится, нет? Давайте подудим, попробуем. Ну-ка. Что-то никто больше со мной не дудит. Я один, как идиот, стою и дудю. А эти не вкуривают, что я от них хочу. Ну и ладно. Что это за... Не понял. Это что тут за храм? Смотрю. Понял, эта дверь открылась, потому что нас было трое. Если бы я сюда один подошел, то они бы не открылись. Ну ладно, пойдем заглянем, что тут нас ждет. Какое интересное место. Вот эта пещера. Чуваки, держитесь вместе. Если вас кто-то сожрет, я не виноват. Я вас предупреждал. А, ну про выбор мы знаем. Зажмите Q, чтобы выбрать другого персонажа. О, смотри, сколько тут кристалликов. Кристаллики. Забираем. А вот это что такое? А, это, короче, растение, которое воду восполняет. Я думал, какое-то эволюционное растение. Ну да ладно. Идем дальше. Смотри, куб какой-то. Квадратный чувачок. Это колобок, только квадратный почему-то. Тут решетки. А, вон, кажется, смотри, растение, вот этот красный фрукт, который там, или может быть это не фрукт. Если я его оторву и съем, то, возможно, я стану квадратным. И видишь, сюда только квадратный может подойти. Угу. Подожди, а вот тут вот еще можно как-то взаимодействовать с этой штукой, ну-ка. У меня на лбу синий огонек загорелся. А вот это все, это то, что я ел. А, я, короче, сломал вот этого квадратного колобка и приобрел его знание. И вот это знание нам говорит, что нужно вот такой вот органический куб найти, чтобы пройти. Смотри, тут еще есть карта. Вот тут вот я нахожусь, но карта почему-то замылена еще. Инвентори. Инвентори — это то, что в инвентаре у нас четырех. Ну что, значит, нам нужно органик куб искать. Ну, погнали. О, а вот он, собственно, и органик куб. Все открылось само по себе. Нужно было ранее сломать эту статую. Ну чё, давай. О, вот это кто такой? Просто статуя в воде. И нам только что сказали, что нужно все это дело поливать. Ну, давай попробуем полить. Ребят, поливайте. Мы поливаем, и ничего не происходит. Ну, короче, мы полили. Я не знаю, что от меня еще хотят. Давай попробуем просто подпрыгнуть и забрать его. Вот и все. Че я парился, че я мучился. И вот этот тоже заберем. И кристалл тоже заберем. С этой стороны тоже кристаллики вон есть. Блин, да я богат, у меня столько кристаллов теперь. Гляди-ка, тут еще раз куб вырос. Ну ладно. Три кубика я взял. Давай сидим один. Четко. Теперь я квадратный и мощный. Ну-ка, давай еще раз попробуем полить. Все понятно. Ты поливаешь, и они оттуда вылетают.
Ладно, братки, пошли. Я теперь квадратный, я теперь помещусь в этот пазл. Надеюсь, я что-нибудь дооткрою. Оу. Эй, круто. Грума за Элдер. Что это за Элдер Скроллс? Что это такое? Что это за здоровая такая существяка? Пойдем поболтаем с ней. Интерактив. Внутри пещеры Требухум обнаружил старейшину, который находился здесь уже длительное время. Старейшина сказал, что был счастлив видеть своих друзей до прихода Вечного Цилиндра. Он сказал, что вы слишком юны, чтобы помнить то время, когда наш народ мог менять форму своего тела, когда им заблагорассудится. Мы, Требухумы, обладаем большим количеством древоспособностей, и эти способности мы передаем будущему поколению. К сожалению, эту силу у нас отбирают прислужники Цилиндра. Они будут причинять вам боль при первой возможности, и у них есть сила, которая позволит лишить вас способности. Но наступит такой день, когда вы сможете справиться с ними. Прощайте, мои друзья. Я не могу присоединиться к вам, потому что слишком стар. Надеюсь, что вы справитесь в это нелегкое время. Что это я тут поливаю? Спасибо вам, старейшина, за разъяснение. Мы теперь в курсе всех дел. Но я, пожалуй, еще возьму и свистну вот эти вот кристаллики. Я думаю, что они мне все-таки нужнее, чем вам. Ну все, на выход. Блин, прикольно было, прикольно. А это кто такой? Тебе плохо? Тебе помочь? У меня есть с собой несколько кристалликов, держи. Ништяк, у нас новый друган, которого зовут Вого. Виго, Вого, кому как угодно. Переключимся на него и побежим. Где это мы выбежали? Подожди, это мы на той стороне, получается? Ну да, вон он, столб, который светится, который мы активировали. А мы на другом берегу. Прикольно. Вот это я попутешествовал под водой. Ну круто же, круто. Ого, а тут барьер какой-то стоит. Ладно, пойдем вокруг. Не, тут тоже, смотри, вокруг барьеры. Короче, нам говорят, если мы выйдем за пределы этого барьера, то активируем вечный цилиндр, и он снова покатится. Но в принципе мы далеко от этого цилиндра вечного. Он вон там стоит. Кстати, отсюда его очень хорошо видно. Смотри, какой он длиннющий, да? Что это? Что? О, кто это там наверху? Это старейшина, что ли, или что? Он какие-то газы испускает. Попробуем к нему подняться сейчас. Надеюсь, мы не задохнемся и не помрем. Привет. Привет, как дела? Он яйца охраняет. Смотри, там яйца есть. Можно? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Я думаю, что лучше остерегаться вот этой зеленой фигни. Так, что если мы его польем? Ребят, заливайте. Он улетел. Он улетел. Хватаем яйца, ребят. Хватаем яйца. Я не знаю зачем, но... Да блин. Одно яйцо мы... Может, мы его вырастить сможем, это яйцо? Слушай. Блин, ребята мои, смотри, задыхаются. Чуваки, не надо туда лезть. Мне нужен срочно инкубатор. Где бы инкубатор? О, смотри, там еще один такой же чувак. Где бы мне найти инкубатор? Черт, он, кажется, злится. Фига себе. Ребята, они не это, не сдохните. Так, все, бежим. Выходим за пределы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребят, вы там живы? Он камни ломает. Офигеть, он жесткий. Я надеюсь, что не жив. Все, выбегаем за пределы. Цилиндр активировался, разрушил эту стелу и продолжил катиться. Пацаны, бежим нафиг отсюда скорее, делаем ноги. А то сейчас из нас омлет сделают. Блин, я где-то яйцо потерял. Где яйцо? Вон оно. Как я его потерял-то? Эй. Засасываем, бежим. Черт. Единственная проблема, что с этим яйцом я не могу в колобка превращаться. Если я превращусь, то... Гревиэл сдох. Черт, его задавила та вонючая штука. Капец. Печальная печаль. Мы будем вечно помнить Гревиэла. Ну что, идем? Надеюсь, что я с этим яйцом... Блин, как он быстро катится, да ну нафиг. Мне нужна новая стелла. Где новая стелла? Вон, я вижу. Вон туда нам нужно бежать. Надеюсь, что я успею. Ребята, вы где там? Катитесь быстрее.
Черт, 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 ты посмотри, она вот она, вот она, вот она. Есть у меня одно предложение, мы сейчас просто... Давай, выплевывай яйцо. Выплевывай яйцо. Все, короче, покатились, нафиг, мне моя жизнь дороже, чем это яйцо. Давай, шустрее. Колобочек. Ё-моё, ё-моё, ребят, катитесь. Еще Вога сдох, да блин. Я же его только спас в пещере. Вога, ну как так вышло-то? Сейчас я активирую, сейчас, все будет пучком. Все, я встал. О, нифига, смотри, как там здоровяка этого давит. Хотя его что-то не задавило. Блин, лучше бы его задавило, он двух моих уничтожил. Фух. Эта Стелла нам помогла. Хочешь увидеть продолжение этой игры, то поставь лайк прямо сейчас этому видео и не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, увидимся в следующем видео. Пока.